Привет, друзья! С вами канал Мороз Лайф. В сегодняшнем видео будем говорить о важной теме, которая коснется всех абсолютно в будущем, будь то за границей вы будете, будь то дома. Пенсии. Пенсия в Чехии конкретно нас интересует, пенсия для иностранцев, имеем ли мы право, кто имеет, кто не имеет. Собрал очень много информации, и мы сегодня сделаем интервью с чехом. Так что первая информация будет у нас на чешском языке, поэтому строго не судите за мой чешский, я только учусь. Очень много информации от самого чеха, пана Збыника, который нам с радостью решил помочь, рассказать всю информацию о чешской пенсии, кто имеет право, может получать, сколько и как можно еще дополнительно насобирать до своей пенсии денежек. Об этом всем мы узнаем прямо сейчас. Поэтому не переключайтесь, мы начинаем.